кататься на машине и показывать, что происходит за окошком, вполне очень даже комфортно. Гулять, конечно, пройтись, прогуляться в такую погоду, ну, не знаю, мне некомфортно. Я человек солнцелюбивый, солнцезависимый, поэтому для меня нахождение в России в это время года очень-очень тяжело. Решила я все-таки заехать еще на пруд, посмотреть, что там, тоже давно не была, не каталась. Все не до того было. Дела, заботы. Как-то вот сегодня день такой. Мы тоже с подружкой переписывались. Она говорит, такое настроение ужасное. Не знаю, что это. Погода. Да я думаю, что погода. Погода очень сильно влияет на состояние человека. И такая погода пасмурная, когда вроде мороза нет, но ветер сильный и солнца нету. Я думаю, что это влияет очень сильно. Ну вот, подружка мне пишет, что вот у меня хандра. Не знаю, что, то ли кофе выпить, то ли пойти что-то. У меня тоже с утра сегодня такая хандра. Поэтому я, честно говоря, оставила все дела. И решила, что я поеду немножко прогуляюсь по природе. Дорога, на самом деле, забирает, не знаю, водители не дадут соврать. Дорога как бы впитывает в себя свои проблемы. Не знаю, как это правильно выразиться. Ну, кто понял, тот понял. Поэтому я решила покататься. И отвлечься, поделать видео. Вот, кстати, что творится зимой на дачах. Но на самом деле здесь не очень-то такие дачи, это как бы называется дачный поселок. Но здесь уже, как видите, такие дворцы, в которых люди живут круглогодично. Поэтому, в принципе, ничего не меняется. Люди живут, чистят сами снег. Но единственное, мне кажется, у меня, по крайней мере, всегда такое ощущение, что зимой жизнь, ну, вот второй год получается. Мы живем в Подмосковье здесь, и вторая зима. И первую зиму мне, в принципе, здесь было очень тяжело, особенно вот после января, после праздников, какое-то такое состояние застывшее, непонятное. Ну, не знаю, тяжело, депрессивное. Хочется с этим как-то бороться. Ну, вот, борюсь как умею. Еду на озеро, покажу вам, что сейчас творится зимой на озере. Так, вот поворот у нас на этот пруд Игумново. Уже я начинаю выговаривать. Тут дорожку. Ну, в принципе, у нас везде дороги чистят плохо, чего уж тут скрывать. Тут ее тоже не чистят. Тут ее люди раскатывают. Потому что туда впереди есть поселки такого дачного типа. Плюс ездят на пруд. Там и летняя, и зимняя рыбалка, поэтому мужички рыбачат круглогодично. Здесь, как правило, кукуруза летом растет справа-слева, кукурузные поля. Вот она, это сторожка лесника. Сторожка лесника. Ну, это где пункт взимания, пункт взимания платы. Ну, короче, не знаю, как это назвать. Офис, где люди, прежде чем пойти рыбачить, себе место. Вот оно, озеро. Озеро, кстати, замерзло. Ну вот река, да, не замерзла, потому что там течение. А вот озеро стоячее, оно, видите, готово полностью для зимней рыбалки. Тут рыбач. Рыбач не хочу. Дорожка скользкая. Дорожка скользкая. Скажу я вам. Видите,
На пруду зимой смотреть нечего. Пруда не видно. Кругом снега. Снега, снега, снега. Пока вот не видела, чтобы кто-то рыбачил сейчас. Но сегодня будний день, поэтому никого нету. Может быть, поэтому никого нету. Так, сейчас я поеду на разворот. Развернусь еще с другой стороны. Так, развернулась. Видите, еду к пруду с другой стороны. Окошко открою, покажу вам из окошка. Выходить не буду, потому что мне холодно. Вот так вот. Красиво, конечно. Не поспоришь, зимой и летом красиво на природе. Красиво, но холодно. Видите, ветер какой. Как трава колосится. Все, едем в сторону дома. Так вот мы сегодня с вами погуляли немножечко, развеяли хандру, окунулись в природу. Не застрять бы теперь, выезжая из этой природы, и тогда все будет прекрасно. Все, всем пока. Thank you.